лет назад Россия занимала первое место в мире по производству чечевицы. Но потом она почему-то растеряла свою популярность. И сегодня чечевица вновь возвращается на волне новой кулинарной моды, как некий новый экзотический продукт. И она отличается огромным разнообразием цветов. От светло-оранжевой до черной, и от зеленой до коричневой. И такое же невероятное количество рецептов приготовления чечевицы. И сегодня я покажу вам, как приготовить теплый салат из чечевицы с козьим сыром и копченой колбасой. Мне понадобится 150 граммов чечевицы, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки виноградного уксуса, 100 граммов копченой колбасы, 1 чайная ложка сладкой паприки, 100 граммов козьего сыра и 150 граммов красного перца. Еще понадобится соль, перец и петрушка. Чечевицу я отварила предварительно в кипящей воде в течение 30 минут. А теперь я возьму колбасу копченую, нарежу ее тонкими ломтиками и поджарю на сухой сковороде до такой красивой хрустящей корочки. Колбасу я нарезала, и пока у меня нагревается сковородка для того, чтобы ее обжарить, я заправлю горячую чечевицу. Для этого я возьму 2 столовые ложки оливкового масла и 2 столовые ложки уксуса. Пока чечевица горячая, она впитает все запахи уксуса и оливкового масла. Даже если вы используете, например, чечевицу консервированную из банки, то все равно перед тем, как заправлять салат, ее нужно обязательно разогреть. Запеченный болгарский перец я его просто запекла на гриле. Теперь я его порежу сюда в салат. Его можно такими долечками крупными. Перец я тоже добавляю к чечевице. Все это перемешиваю. Осталось мне в этот салат положить козий сыр. Его можно прямо поломать руками или ложкой на крупные куски. Часть сыра у нас расплавится от теплой чечевицы, а часть сыра останется кусочками. Сковорода у меня уже нагрелась, я пойду жарить на ней колбасу. Колбаса должна жариться на сухой сковороде. И лежать лучше ей всего в один слой, чтобы она равномерно поджарилась со всех сторон. Я еще добавлю паприки, чтобы она еще больше походила на испанскую колбасу, чорисо. Все, колбаса у меня поджарилась, она стала румяная, красивая. Я добавляю колбасу в салат. Теперь нужно порезать петрушку и окончательно заправить салат. Так как колбаса достаточно соленая, то соли может лучше не прибарщивать. Чайную ложку красной паприки сладкой. Теперь я это перемешаю все и выложу на красивое блюдо. В Италии считается, что блюдо из чечевицы приносит успех в делах, потому что чечевица по форме напоминает маленькие монетки. Совсем не лишняя вещь в наступившем году. И в этом вся соль.